продолжая разговор. Гора Сент-Виктор. А все остальные предметы, они представляют собой те формы, которые Сезанн придумал, что вся живопись состоит из простых форм. Куб, конус, шар и так далее. Вот главный его посыл. Не надо придумывать сложное. Все на свете просто. Дальше. Жорж Сюра, цирк. После импрессионизма наступил пуантилизм, такое направление в живописи, когда писали мелкими точками. И когда для создания цвета, другого цвета, его не смешивали на палитре, а его смешивали на холсте, когда художник клал рядом, например, желтый и синий, то, отходя от картины, у нас в глазу получался какой цвет? Зеленый. И эти картины, прекрасные картины Сюра, написаны точками. Это, конечно, на слайде не видно. Надо смотреть живую картину. Она сияет, как что-то, как парча драгоценная. Дальше. Это автопортрет Ван Гога. Не один, самый лучший слайд и самая лучшая факсимильная репродукция никогда не передаст магию этой картины. Все, кто меня слушает давно, знают, что я, ходя по Дарсе, к этой картине подводила своих туристов, с которыми вместе поехала в Париж. Ну, я так думаю, раз 15. Я не могла отойти от этой картины, со мной шесть трапалось. То есть мы ходили, отошли, посмотрели Энгра, отошли, посмотрели Латрека, отошли, посмотрели скульптуры. Все прекрасно в Дарсе. И я как, знаете, вот как собачка, которая провинилась перед группой, стояла, говорит, ребят, ну... Они уже все понимали, говорили, пошли, еще раз пошли, еще раз. То есть, когда очередной раз вот этот взгляд, уже все знали, куда мы идем. Невозможно. Это невероятная магия. Причем соотношение вот здесь бирюзовый, он, конечно, бледный бирюзовый. Интенсивность вот этого бирюзового, рыжего цвета бороды, такой вот яркий, ярчайший цвет рыжего, я даже не знаю, это не охра, это не смесь охры с киноварью. Я вот как художник по первому образованию, я вам хочу сказать, что это какие-то удивительные вещи он находил на своей палитре сочетания, чтобы получить вот этот рыжий рядом с этим бирюзовым. Сказать, что эта картина великая картина, наверное, будет правильно. Я думаю, что это одна из первых картин Дарсе, которую надо смотреть. Дальше. Церковь Воверин. Тоже прекрасная картина с прекрасным ультрамариновым фоном, который вот сразу, когда ты смотришь на эту картину, ощущение ночного неба и вообще ночи, которая тебя так охватывает. Дальше. Спальня Ван Гога. Вот только посмотрев эту работу живьем, ты начинаешь понимать, как же он умел работать желтым цветом. И как он разнообразен вот именно в интонациях желтого одного тона. То есть ты понимаешь, вот перед ним стояла задача показать желтый цвет, но все-таки разный, они должны звучать как разные музыкальные звуки на одном фортепиано. И вот они звучат абсолютно по-разному. Я немножко отвлекусь от этой работы. Дело в том, что Дарсе мы были раньше, в Париж поехали, а потом мы поехали
чуть меньше, чем через год, в Амстердам, было летие Ван Гога и был день рождения короля голландского. И мы поехали смотреть все, что Амстердам может в эти дни показать, потому что они очень серьезно готовились к этому празднику, и в музее Ван Гога были все картины, которые, так сказать, можно было вообще посмотреть, главные картины Ван Гога. Но Гарсе не дал свою вот эту коллекцию, а Амстердам достал из запасников всего Ван Гога. И вот не в музее, а в Голландии есть такой замечательный парк, который называется Кюкенхоф. Это парк тюльпанов. Он посещается, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то около месяца, потом его закрываю. И он открыт только на время цветения тюльпанов. Все. Все остальное время года нет, нельзя туда попасть. И вот представьте себе, мы попадаем в это уникальное место, где тюльпаны, мы считаем, что мы знаем, что такое тюльпаны. Я вас удивила, мы не знаем, что такое тюльпаны. Потому что наши тюльпаны такого размера и таких разноцветий, что нам кажется, что вот это и есть тюльпаны. Если я вам скажу, что один тюльпан голландский, вот те, которые в Кюкенхофе, как два моих кулака, это еще не самый большой. И там еще есть тюльпаны, которые похожи на розы. Но это тюльпаны. И там еще есть тюльпаны, которые не просто, вот как у нас есть сорта, это тоже голландские, у которых махровая такая вот, да, у листика, такая порезанная юбочка, да. Нет. Там вот эти вот порезанные лохмутики, они еще вот так вот закручены вовнутрь. То есть, какие хотите тюльпаны? От белого до черного, через все цвета. И вот представьте себе, у них есть несколько волшебных павильонов, которые каждый из павильонов принадлежит какой-то царству, царской особе, и как бы под патронатом этой особы. И вот один из павильонов сделал абсолютную реконструкцию живой комнаты Ван Гога. То есть ты можешь туда зайти, сесть на эту кровать, сесть на этот стул, встать за этот стол, что хочешь. И вокруг в разнообразных вазах, которые точно вот просто с картин Ван Гога, такие глэчики подсунули. Как у Ван Гога? Живы. И ты находишься в этом ожившем Ван Гоге, и у тебя просто нет слов, а есть только задыхание от счастья невероятное. Уже не говоря о том, что из вот этих тюльпанов, о которых я вам рассказываю, лужайка, на которой автопортрет Ван Гога в соломенной шляпе сделан тюльпанами, над лужайкой такой высокий мостик, куда надо подниматься, наверное, ступеней 15 или 20. И ты смотришь с высоты, вот как балкон в театре, а перед тобой тут на сцене автопортрет Ван Гога. А рядом японцы прыгают, пищат и умирают от восторга. Прибежали с Лувра. Они из Лувра, да, примчались, и они понимают, что наконец-то, вот это счастье. Настоящий. И, конечно, вот сначала я посмотрела эту картину, а потом я побывала внутри в спальне Ван Гога. Там в любую картину они все делают реконструкции. Мы с приятельницей вошли в звездную ночь Ван Гога и посидели в кафе Ван Гога в этой звездной ночи. Это уникальное ощущение, когда ты внутри картины. Это потрясающе. Так что, вот, завершая разговор, у нас там по Дорсе что-то еще осталось или спальня последняя? Конечно, за два часа
нет возможности рассказать также подробно коллекцию оранжерей, тем более, что она сопровождается абсолютно такой из серии «Фильм ужасов». Коллекция оранжерей – это кровь, смерть, ужас, преступление. Это коллекция, которая создана на крови. Нельзя уложиться в 2 часа рассказать. Центр Помпиду, современное искусство, Шагал, Модильяни, Альберто Джакометти. Нельзя не посмотреть. Замечательный музей. Исключительно интересный музей. В принципе, в Париже много музеев, которые посетить нужно обязательно. Но все зависит от того, сколько дней вы проводите.